И всем привет, легендарные внучата! Вы находитесь на канале Бабка Шоу, и это самая ваша любимая, что ни на есть, рубрика ЧП и Что по ивентам. Ребята, сегодня вы узнаете самую интересную информацию за ближайшую неделю. Уже завтра выходит новый ивент в Роблоксе, и это просто замечательно. Расскажу, какие вещи в нем появятся, что за ивент, ну и, конечно, расскажу еще слитую информацию по поводу других каких-то вещей и ивентов в Роблоксе. Поэтому видеоролик сегодня обещает быть очень интересным. А еще, ребята, если вы не смотрели полное прохождение нашего Roblox Lobby ивента, который сейчас происходит в нашем Роблоксе, тот самый ивент, откуда мы получали вот такие вот наушники. И я сняла полное прохождение всех челленджей и получение всех бейджей. Так что, если вы не смотрели прошлый видеоролик, обязательно посмотрите, ссылочка сейчас вылезет сверху. А перед видеороликом обязательно подпишитесь на канал и поставьте свой лайк, потому что именно это мотивирует меня не сдаваться и снимать для вас кучу видеороликов. Хотите? Сейчас я немножечко приболела и имею некоторые проблемы с голосом. Но ничего страшного, надеюсь, не слышно. Стараюсь, да, в общем, снимать крутые видеоролики в любом состоянии своего тела. Ребята, перед началом этого видеоролика хочу посоветовать вам сайт покупки робуксов RPX Store. На сайте очень приятный курс покупки робуксов, и доставляются они всегда в срок. А также на сайте присутствует раздел «Мои заказы», который позволит удобно отслеживать ваши заказы, которые вы уже оплатили. А если остались какие-либо вопросы, у сайта RPX Store есть своя группа ВКонтакте, где вы можете задать все свои вопросы. Все ссылки найдете в закрепленном комментарии и описании. Ребята, в общем-то говоря, я, если честно, просто обалдела, когда первый раз зашла в Твиттер сегодня. Решила, значит, посмотреть информацию по поводу видеороликов, что я смогу вам интересное показать, и просто, если честно, была в шоке. Столько разных сливов, столько разных вещей, какие-то интересные ивенты, какие-то интересные тестовые сервера, короче, огромная куча всего интересного, но давайте начнем по порядку, как мы, собственно, с вами и любим. Если вы смотрели последний видеоролик ЧП и Что по ивентам, то вы наверняка знаете информацию по поводу возвращения Ванс ивента и появления в нем новых вещей. Но вы наверняка не знаете новую информацию, а именно, ребята, что касается нашей вещи в Burrito Maze. Чипотл, помните тот самый ивент со скелетом, с нашим как раз таки грилем каким-то острым, и этот гриль уже завтра появится по официальной информации в нашем Роблоксе. Откуда я это узнала? Конечно, ребята, это анонсировали сами Чипотл. Сейчас покажу их пост и что они сказали по этому поводу. Ребятки, смотрите, вот он, этот самый Чипотл Burrito Maze ивент. Он уже появился, вот она официальная страница в Роблоксе этого ивента, и уже завтра можно будет в нее зайти, но пока что она, ребятки, является приватной. И на серверах нет ни одного тестера, это значит то, что ивент очень скоро стартует в нашем как раз таки Роблоксе. Ну и что касается нашего ивента, смотрите, что здесь написано. Во-первых, ожидается 28.10. Грубо говоря, это завтра, потому что сегодня, ребята, у нас с вами 27 число. Также смотрите, что здесь написано. Надевайтесь в костюм вдохновленный Чипотла. Это наша костюмированная вечеринка, и там будут всякие разные костюмы. Это тоже потом в Твиттере покажу, если не забуду. Также, ребят, смотрите, что здесь написано. Посетите кассира, чтобы получить бесплатный настоящий буррито. Так что, ребята, если вы живете в США или Канаде, то вы можете на халяву получить буррито. Это круто, я бы не отказалась, если бы я там жила. Но я, к сожалению, там не живу, и буррито на халяву получить не смогу. Ну ладно, ребятки, фиг с ним, с этим буррито, вы просто посмотрите, что в Роблоксе добавляют абсолютно бесплатно. Навигация по лабиринту буррито, собирая настоящие ингредиенты и избегая монстров. А также, ребятки, добирайтесь к центру лабиринта, чтобы получить бесплатные эксклюзивные ежедневные предметы для своего аватара. То есть каждый день мы сможем получать с вами бесплатные вещи, это супер круто. Также я покажу, какие вещи сможем получать, ну а потом буду снимать прохождение. Потому что как же без этого, халявные вещи в Роблоксе. Извините, кажется, у меня голос хрипит, сейчас маслица попью. Ребятушки, кажется, тут даже масло мне уже не помогает, но ничего страшного, доживем как-нибудь до конца этого видеоролика. Смотрите, ребята, не получили бесплатный буррито, не пугайтесь, используйте код буррито для настоящего буррито. Но это не так интересно, мы с вами в Канаде и США не живем, поэтому буррито не получим и купить его тоже не сможем. Но самое главное, ребятки, бесплатные промокоды, бесплатные вещи буррито. Это очень круто, и сейчас пойдем посмотрим, какие же вещи мы сможем получить абсолютно бесплатно. Короче, ребята, теперь я буду разговаривать таким образом, потому что так мой голос не напрягается, и я хотя бы его не сорву. Смотрите, что у нас касается нашего Чипотла. Как мы уже с вами поговорили, там будут лабиринты, с помощью которых можно будет получать вещи.
И это, ребята, официальные схемы лабиринта, которые уже полностью подтверждают, во-первых, то, что он будет, а во-вторых, ребята, это полная раскладка, как нужно идти по лабиринту, чтобы вас никто не съел и получить вещь сразу, с первого раза, без каких-то там проигрышей. Ну и, конечно, нужно следовать этому плану, чтобы не проиграть. Вот такой вот официальный план от наших разработчиков, и его нужно придерживаться. Мы, конечно же, когда будем проходить, я все это вам еще раз дело покажу, но, ребята, вещи, которые мы сможем оттуда получить, вот они все, эти 8 вещей. Во-первых, это вот такая вот прикольная шляпка Chipotle Foil Backed Hat. Смотрится реально прикольно, и мне лично она очень нравится. И эта вещь появится точно так же 28 числа. Но, возможно, она будет второй, или третий, или четвертый. То есть, каждый день будут меняться вещи. И, возможно, именно это будет в какой-то другой день. Также вот такая вот прикольная кепочка. Это у нас Chipotle Cap. Она смотрится довольно круто. То есть, это у нас кепка Chipotle. Вещь, конечно, довольно скучноватая. Но она абсолютно бесплатная. Поэтому жаловаться нам с вами не стоит. Когда вещь бесплатная, ну, нам как бы без разницы, какая она плохая или хорошая. Самое главное, что она бесплатная. Также, ребята, вот такая вот вещь, которая называется Chipotle Goa Cup Headphones. Вот такие прикольные наши наушники, и смотрятся они довольно приколдесно. А еще являются абсолютно бесплатными, поэтому, возможно, подойдут для бесплатного скина без робокса. Также вот такой прикольный Burrito Sheets. Это у нас получается какие-то, наушники, получается какие-то наушники Burrito. Они тоже довольно прикольные, но на самом деле вещь довольно странная. Напишите в комментариях, хотите ли вы эту самую вещь. Ну и сейчас мы переходим к самому крутому, что ни на есть в этом ивенте. Это, ребята, вот такие классные вещи. Короче, это, во-первых, у нас вот такая вот чашка какая-то, посудина. Наша шляпа-посудина. Также самая крутая практически вещь в этом подворочке, это вот такая вот накидка Chipotle, она смотрится классно. И, ребята, самая классная вещь, которую мы сможем получить абсолютно бесплатно, это вот это. А это не та. Смотрите, какая классная, называется Chip Crown. Это как раз таки наша корона из чипсов, и смотрится она довольно круто. А еще мой голос совсем устал, я думаю, вы слышите по видеоролику, извините, ребят, но это не моя прихоть, сорвала голос, когда записывала вам прошлый видеоролик. Не знаю, когда я восстановлюсь полностью, но я не хочу вас бросать, хочу снимать по 3-4 видео в день. Поэтому, ребят, придется снимать таким вот образом. Отдохнуть, к сожалению, не получится. Столько ивентов, хочу все вам помочь получить. А также, ребята, вот такие вот классные наши какие-то очки. Они смотрятся реально очень круто. И, кстати, каким-то образом резко появился голос. Хотя бы какие-то его отголоски, это очень круто. Смотрите, вот такой вот фейс-аксессуар. Нужно говорить все быстро, пока он у меня снова не пропал. Короче, вот такие вот вещи можно получить в ивенте Chipotle. И давайте зайдем к ним в официальный аккаунт, чтобы хотя бы еще что-то интересное посмотреть. Ребятушки, также на этом слайде можно заметить, что вещей на самом деле гораздо больше, чем мы думали. Это еще вот такие прикольные крылья из зеленой капусты. И вот такие вот прикольные кукурузины, которые будут у нас вместо ушей. Грубо говоря, уши эльфа из кукурузы. Ну и вот такая вот вещица, это какой-то авокадо без косточки. Смотрится тоже прикольно. То есть вещей на самом деле довольно много. Они все будут бесплатными, и это не может нас не радовать. А еще вот такая сумка, она тоже реально очень крутая. Ну и еще, ребятки, что касается нашего ивента Chipotle, вы просто посмотрите, какой скелет нас ждет уже в ивенте. Я надеюсь, что он реально оправдает себя, и буду надеяться, что мы с вами получим какой-то виртуальный код или что-то такое, то, что еще добавит нам бесплатных вещей. Буду очень сильно ждать и надеяться, что это будет именно так, как мы с вами задумали. Ну и, конечно, очень интересная информация по поводу Vance World, нашего ивента Vance. Вот что говорят наши разработчики. Это, конечно же, Хэллоуин. Наше хэллоуинское обновление нашего Vance World. А это значит, что очень скоро появятся бесплатные вещи красного цвета, о которых мы говорили в прошлом видеоролике. Ребятки, я, конечно, могла бы все это вам снова рассказать и показать все эти вещи, но, к сожалению, наверное, я уже сейчас это сделать не смогу. Поэтому давайте сейчас ставлю я какой-то фрагмент из прошлого видеоролика, просто его вырежу, и вы посмотрите с нормальным голосом. А я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Вы находились на канале Бабка Шоу. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи, всем пока, легендарные внучата. Извините еще раз за этот голос, а я вставляю вам адекватный фрагмент. Обязательно подпишитесь на мой канал.